Яндекс News. Здравствуйте, это программа «Встретились, поговорили». Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, звукорежиссер Родион Золотарев помогает. И в гостях у нас врач, экс-президент, основатель партии «Реформы» и экс-депутат Валдес Затлерс. Добрый день. Добрый день. Вот три такие у вас, скажем так, ваших рода занятий. Что на сегодняшний день вы выделили бы из этих трех позиций как главное? Это если чисто философский вопрос, да. Я жил как врач и буду жить как врач дальше, да. Депутат – это уже представитель народа, президент – это тоже представитель народа, да. Именно философское отношение – я врач. Все-таки. Ну вот буквально пару часов назад нам стало известно имя нового президента, и вот мы уже обсудили, что сегодня интриги не было в том, кто же станет президентом, но интрига была до этого. И это были первые выборы, открытые выборы, когда депутаты показывали, за кого они голосуют. Это известно, открытое голосование. Что вы можете по этому поводу сказать? Вы когда-то и выступали за открытое голосование. Ну, это шаг в лучшую сторону, да, политика Латвии, потому что вот этот бред, да, с разными цветами ручек, чтобы там было, чтобы можно было проверить, да, что с фотографированием бюллетенов, да, чтобы можно было проверить, еще покупка голосов в оппозиции, вдруг кто-то из своих кинет, да. Вот этот бред здесь прошел. Этого а никогда было, не будет. Да? Такое все было, да. Потому что все открыто. И если президента выбирал народ, конечно, ну, это закрытое голосование. Если выбирает мой депутат, я хочу знать, почему он голосовал так или иначе. И, конечно, ну, интрига стала интригой, но всегда этих интриг было 2-3 раза больше, чем необходимо. Да? То есть, ну, все стало проще, но интрига была. А зачем тогда два других кандидата нужны были, если уже было понятно в какой-то момент? Ничего когда не было понятно. Все понятно только тогда, когда посчитаны голоса. Это точно. Потому что, ну, каждый депутат все-таки имеет свое мнение. Да? А почему они согласились? Ну, конечно, у каждого своя мотивация, да, не только стать президентом, но, например, Янсенсу это очень важно показать, что он готов к политической деятельности после 2 сроков, да, на посту омбудсмена, да. А Дидис Шмидтс это лоббист, да, то есть он тоже хотел себе показать, что он то, что может, если не выиграть, то помешать, да. То есть, ну, и этого хватает, да, потому что, ну, ну, все кандидаты достойны, чтобы, ну, участвовать, да, но кто-то выигрывает, кто-то имеет преимущество. Вы были тем человеком, запомнились тем президентом, который распустил Сейм, использовали эту возможность. При вас была принята поправка о том, что вы, как президент, имеете на это право, если будет проведен референдум. Разве нет? Нет. Это статья Конституции с самого первого дня. Угу. То есть вы правильно сказали, да? Народ может голосовать в референдуме, если президент предлагает. Да. То есть предлагает, то есть отдает власть народу. То, что изменилось при мне, то, что народ сам может собрать подписи. Вот это была поправка, да? Может собрать подписи и инициировать роспуск. Да. Но этим человеком были именно вы, и вот вашу речь, когда, если сейчас перечитывать, вы говорили о том, что 60 депутатов новых было в том созыве Сейма, но все равно было неуважение к суду и торговля должностями. И вот в этот Сейм тоже, он так, когда его формировали, говорили о том, что он очень свежий, очень новый, тоже порядка 60 новых лиц. Вот сейчас господин Левиц, как вы думаете, он мог бы принять такое вот резкое телодвижение какое-то? Есть ли надобность? Это вопрос. Потому что такие резкие решения принимаются, когда есть реально парламентарный кризис. То есть, когда парламент или Сейм, в нашем случае, да, не может быть дееспособен. То есть, он не может решить проблемы. А в тот момент это так было, потому что не было понятно, где оппозиция, где позиция. Несмотря, что единственный раз в истории Латвии правительство было сформировано только двумя партиями. И все равно это, вот эта граница между оппозицией и позицией, она просто исчезла. Если она исчезает, это двоевластие, да? И это ведет к хаосу, да? И ничего хорошего там и не будет в экономике после такого.
После этого вы стартовали на выборах Сейм достаточно удачно и показали себя, и достаточно много чего достигли, но потом и эту партию тоже достигла неудача. У вас разочарование тогда было о том, что вот вы сделали шаг к улучшению, но по каким-то причинам не совсем сработало. Ну, этот шаг не был революцией, что все изменить в один день. Да? Угу. Это было как одна волна. И мы смотрели в прошлом году, что идет вторая волна. Да? То есть решение переменить что-то в политике, да, они, в принципе, достигли. Вот сегодня я могу сказать, вот те цели, которые я хотел достигнуть тогда, они более-менее достигнуты сегодня. Не 100%, но уже видно, что достигнуты. Но участь партии, да, если это партия протестующих и разных идеологий, ну, очень трудно их удержать вместе. Это мы тоже видим на примере партии Каменьша, да. Их трудно удержать вместе, да. И, конечно, они быстро теряют свое влияние не как политики, а именно как партии. Если посмотреть в партии реформ, у нас вице-спикер, и у нас министр иностранных дел. И год назад еще был министр внутренних дел. И много депутатов, да, и так далее. То есть вот это ядро самой партии реформ, которая сформировала эту партию, она осталась политика и очень нормально. Они считают, сейчас реально есть ядром нового единства. То, что самой реформной партии, этого нет. Потому что все, которые пришли к этому ядру, да, они все разбежались, потому что думали по-другому. Вот по поводу партии реформы тогдашнего, ну, не знаю, можно ли назвать его фаворитом, но когда вы уходили с должности председателя партии, вы рекомендовали Вячеслава Домбровского как своего преемника и говорили о том, что у него есть упорство, он видит конкретные цели, придерживается их. На какое-то время он потом исчез с политической арены, так притих, и потом опять так достаточно ярко на выборах перед выборами в Сейм тоже так ярко показал себя. И был даже премьером, кандидатом в премьера альтернативного кабинета министров от Согласия. Что вы на сегодняшний день можете о нем сказать? Конечно, я уважаю Вячеслава Домбровского. Я всегда буду его поддерживать как личность. Да? У нас очень много совпадает мнение, как, куда надо идти нашему государству. Да? И когда были выборы, я значит, сказал, это программа Вячеслава Домбровского, да, это моя программа моей партии, да, но я не уверен, что согласие будет согласно эту программу, как сказать, выполнить в жизни. И что меня удивило в вот этих президентских выборах, партии согласия все-таки имеет более 20 мандатов, и у этой партии не было своего кандидата. Хоть я вот мы говорим о Вячеславе Домбровском, он был бы очень хорошим кандидатом, который отвечал всем требованиям, которые Урбанович там произгласил, да. Ну вот этот вопрос еще только, ну, интересует мне, но какие будут ответы на этот вопрос, я даже не знаю. Это слабость партии или, как сказать, слишком много хитрости и интриг, очень трудно сказать, да, потому что был и Энзинч был кандидатом, да, и Долгополов был кандидатом, да. Сейчас никого. То пастор Спрогис был кандидатом, да. Ну, сейчас никого. Ну как? Ну, эй, лидеры, куда вы пропали? Или у вас их нет? Ну, вот сейчас на выходных как раз прошли еще одни выборы в Европарламент, которые тоже достаточно громко, и там как раз-таки партия Согласия достаточно активно боролась и показывала себя. Нужда была. Нужда была. То есть довольно много денег потратили, да, и. Но сказать, что это, ну, это такая победа Пирра, да? То есть, ну, выиграли для Ушакова место, но что будет здесь в Латвии? Кто будет занимать место Ушакова в Латвии? Это иллюзия, что из Брюсселя можно будет здесь тут влиять на процессы. Нет. То есть, ну, сама партия поставила себе перед многими-многими вызовами. То есть сейчас поиск лидера какого-то должен начаться, и какое-то новое лицо должно появиться перед нами. Ну, конечно, скандал в Риге повлиял, потому что, ну, смотреть на Урбановича, который не знает, что, кто занимается пиаром его партии, да, или Клементьева, очень уважаемый, уважаю Клементьева, да,
который один раз хвастается, как что немцы сказали, а второй раз говорит, я ничего не помню, да, ну что-то, партия склеротиков, что ли. То есть они должны собраться, то есть, ну, что-то не пошло так. Какие-то перемены, реформа необходима, наверное, им. Ну, вы знаете, да, ну, можно сказать, да, что хорошие хозяева Риги, да, ну, я согласен, да, я тоже хочу, чтобы были красивые трамваи, но я хочу, чтобы там не воровали при покупке этого самого, да. Я люблю, что туристы посещают, да, но я не согласен, чтобы за эти деньги, мои деньги, потому что это все деньги налогоплательщиков, да, тратились на пиар-партии. То есть, ну, какие-то этические проблемы должны решаться, да, и выбиратель партии должен немножко подумать, он согласен с этим всем, да, или все-таки нет. Потому что по этим улицам и через эти мосты едут все. Там выбиратели всех партий едут, так что, ну, согласны, так нужно, да, ради только, чтобы, ну, кто-то мог делать фиктивную работу и получать фиктивную зарплату. Ну, но это тоже вопрос выбирателям согласия. 67212-93-9, 67213-93-9. Вы также можете участвовать в нашем сегодняшнем разговоре и задавать вопрос врач, экс-президент Валда Затлерс у нас в студии. И 2-3-0-6-1-9-1 можете писать нам в WhatsApp. Если вернуться к президентам, каждый президент, наверное, чем-то отметился ярким. И вот господин Вейнис уже тоже под занавес своего президентства наконец-то удалось ему с этим сеймом. В прошлом мне удалось продвинуть поправки о предоставлении гражданства детям негражданам автоматически. Вы во время своего президентства тоже были такие разговоры? Да, я считал, это большая ошибка. Все дети, которые родились уже в свободной Латвии, да, должны иметь право на гражданство. Конечно, вот решить ту проблему, которые родились до этого года, да, не так легко. Но я бы был очень таким оптимичным и решал бы эту проблему тоже. Потому что мы строим нацию. И те, которые родились, они любят эту страну. Да? Они им нравится здесь жить. Они будут это помнить всю свою жизнь, потому что детство пришло здесь. Да? Ну, это надо было исправлять уже давно. Давно. То есть, ну, вот, лично мое мнение, да, что я бы вообще дал всем детям, которые родились после 91 года, да, ну, конкретно... То есть, может, тот, кто сейчас уже взрослый, кому-то сейчас взрослый. 25 Конечно, лет? Конечно, это очень трудно, потому что, опять, почему у нас мало ошибок, как государство? Потому что всегда государство считалось личным мнением каждого человека. То есть, опять надо обращаться к этим людям, да, хотят или не хотят. То есть, это не так легко, и политикам некогда этим заниматься, к сожалению. Ну вот вы об этом вопросе, этот вопрос поднимали. В тот момент что-то приоритетнее было? Почему вы так, может быть, активнее как-то не занимались этим вопросом? Вам нужно положительное отношение к парламенту. И даже если посмотреть на предыдущий сайм, да, то общественное мнение было 70% за, а сайм проголосовал против. То есть даже не посмотрели, что думает народ, да? То есть, ну, и, конечно, это такие вещи надо подготовить, чтобы, ну, просто на эмоции не пошли, чтобы поняли вот это рациональное зерно, почему так надо делать, что это даст для государства. Ну, вот вопрос не граждан, в частности, и вы, и господин Вейнис тоже продвигал. Сейчас первый шаг сделан уже, это предоставление этого гражданства детям, которые только-только рождаются. Как вы думаете, господин Левиц мог бы продолжать эту линию и, ну, вот так постепенно, возможно, да, всем тем, кто там после 90-го года родился и уже взрослый? Это вопрос все-таки господину Левицу, нашему будущему президенту. Он станет президентом 8 июля. Инаугурация будет. И, конечно, Левиц довольно сильная личность. То есть он будет хорошим президентом. Я так надеюсь. Президентом для всех. Для всех. В сегодняшней речи он упомянул все группы. И можно было бы задать вопрос, ну зачем такую длинную речь, там можно пара предложений, эмоционально, спасибо, и я рад, я буду работать, да? Нет, все-таки он взял, да, очень скрупулезно упомянул, ну не 100% все, но основные группы, которые разные, социальные, этнические, да? И дал им этот знак, я буду вашим президентом, я вас не забыл.
Я вас вспомнил первый день, когда мне выбрали. Угу. То есть вот эта речь была очень сбалансирована, да, и я думаю, что это очень важно. Потому что, ну, прикреплять ярлыки человеку – это легко. Но все-таки он опередил это все. Он сказал, кто я для вас, мои жители Латвии. Да? Чтобы предрассудков не было, возможно. Да. Ну, посмотрим, как будет. Будем надеяться, конечно, что так и будет. А сейчас нам надо прерваться на новости и рекламу. Не переключайтесь, продолжим после перерыва. Микс Ньюс. Продолжаем. Это программа «Встретились, поговорили». Врач, экс-президент, экс-депутат Валдис Затлерс у нас в студии. Вы тоже можете участвовать в нашем сегодняшнем разговоре. 672-12-93-9, 672-13-93-9. И в WhatsApp тоже можете нам писать. Вот перерывом на новости рекламы мы говорили о том, что господин Левиц, новоизбранный президент Латвии, в своей речи упомянул, что для всех народов, для всех религий, для всех национальностей он будет президентом, для всех граждан Латвии. И таким образом он как бы показал, что он открыт ко всем, хотя до этого на него вот этот ярлык националистический, на него все равно повесили, и вот с ним он и вот сегодня избирался. Ну, вот эти ярлыки, это легко. И можно им даже манипулировать и так далее. И понимаете, я считаю, да, что если человек, как Левиц, который, как вы сказали, да, националистического наклона, открыто говорит, что он будет говорить любым человеком, все берут это серьезно. Все считают, что это серьезно. Угу. Ему верит больше, да, чем кого-то, который немножко вот так, ну, и нашим, и вашим. Да. Я считаю, что он способен на это. Именно поэтому. Потому что даже вот, ну, обычно задают вопрос, ну, как Левиц будет в отношениях с Россией? Я говорю, очень хорошо. Очень хорошо. Конечно, в соответствии с ситуацией, да, но его будет воспринимать намного серьезнее, чем, например, ну, кого вы хотите, Урбанович, например, да? Почему? Потому что он представляет власть, он представляет национальную власть, и он открыт диалогу. И то же самое будет здесь. Если он сказал, как националист, да, я буду с вами разговаривать, я буду к вам прислушиваться, да, я буду вашим президентом, он очень много сказал, ему можно больше верить, да, чем, например, старому коммунисту. А вот этот ярлык националист, это не помешает ему говорить, например, на русском языке с русскоязычным населением Латвии? Это, конечно, вопрос, да, самого президента Левица. Да? Как он определится, да? Как, когда он будет говорить, как он будет говорить? Он владеет 5 языками. Угу. Да? Так что, ну, это, конечно, его решение, да? Какой он будет считать самым оптимальным. Но то, что он будет говорить со всеми, это уже он сказал сегодня в своей прямой речи. Это очень-очень хороший сигнал. Потому что, ну как, вот не люблю те, которые нашими и вашими, да. Я люблю то, что люди открыто говорят, с уверенностью говорят и готовы вас слушать, да, и с вами сотрудничать. Вот это что нужно Латвии. Вы вот упомянули отношения с Россией, вы были тем человеком, который совершил официальный визит, 130 человек, по-моему, были в делегации, это и бизнесмены, и экономисты, и, в общем, представители многих отраслей, 3 года готовилась эта поездка, вы встречались и с Путиным, и с Медведевым, наверное, единственный президент, который и с премьер-министром, и с президентом в тот момент. И с Лавровым. И с Лавровым, да. В тот момент президентом был Медведев, а да. Путин был премьер-министром. В качестве премьер-министра вы с ним за руку здоровались, скажем так. Вы этот шаг сделали и проделали вообще достаточно большую работу над тем, чтобы как-то сделать теплее эти отношения, что вами двигало, хотя критики в эту сторону было очень много. Тем более после Вайры Вики Фрейберге, которая четко задала курс на Евросоюз, на НАТО и открыто говорила, что отношения с Россией нам теплые и дружеские, обнимающиеся, нам не нужны. Ну, вы понимаете, мы соседи, нам нужны отношения. Чем они лучше, тем лучше. Да? Но опять, это зависит от контекста. Это зависит от контекста. И опять, почему трудно, но было успешно совершена вот эта официальная поездка, потому что была официальная поездка. Это не просто так поехать, поболтать, да, или там открыть, например, новое здание посольства, да, нет, это было со всеми почестями. Опять, потому что, ну, очень важно, чтобы президент был личностью, и что он представлял нацию.
Да? То есть, ну, можно сказать так, со мной, как националистом, да, Путин разговаривал честнее, да, чем может быть, другими. Да? Почему это нужно? Потому что, ну, тогда есть доверие, и тоже есть респект, да, обеим странам. Потому что, когда я приехал домой, тогда мне сказали, вы продали интересы Латвии, а Медведев сказал, что он продал интересы России. И потом мы похохотали, говорят, да, очевидно, мы очень толково говорили, потому что все прикинули, что это все бред. Потому что нет смысла, да, двухсторонних встреч, да, если этого нет пользы обеим сторонам. Ну, поэтому с вами поехало большое количество людей, так понимаю, это не, вот как вы сказали, не просто поговорить, но и с какими-то целями. И достаточно много там контрактов и договоров было подписано в этот момент. И слава богу, что было подписано. Даже когда сейчас отношения очень холодные, но стабильные, вот эти все договора работают. Вот вам не обидно, что вы такую работу проделали, и, ну, не то чтобы своими принципами поступились, но были моменты, когда вы тоже говорили о том, что вы, возможно, там на русском не будете общаться, там, с прессой или еще что-то, но вы шли на эти уступки, потому что, наверное, на тот момент чувствовали, что так надо, и после этого все как-то испортилось. Ну, это не от нас. Это не от Латвии даже, да. Угу. Вы понимаете, изменилась внешняя политика России, да. Потому что наша политика, ну, она как была, такая и была. Просто, ну, мы не можем принять то, что Россия творила в Украине и в Крыме. Да? Почему не можем? Потому что, ну, надо понять, это очень исторически чувствительный нерв. Это 1940 год. Сценарий Крыма и Балтийских стран один к одному. То есть каждый народ имеет какой-то, ну, чувствительный нерв о какой-то истории. Это как я говорю, финны имеют 1939 год, да, чехи имеют 1968 год, да, австрийцы имеют 1955 год, они восстановили свое государство. То есть, ну, просто сказать, вот не будем думать о истории, да, будем делать сегодняшним днем, чтобы делать хорошие дела сегодня и завтра. Мы должны понять, что вот это восприятие чувствительных ситуаций, истории, она присутствует. Она присутствует. Контекст. Его нельзя просто так как, ну, уничтожить. Или как сказать, у каждой семьи есть своя история. Она в прошлом веке, к сожалению, была трагическая для всех, несмотря на то, что судьбы эти разные и истории разные. Да? В сегодняшней геополитической ситуации, как вы думаете, у президента была бы воля, было бы это правильно пойти, возможно, чуть-чуть наперекор, ему бы тоже, наверное, потом сказали, что он там продал Латвию и так далее, но сделать какой-то шаг навстречу? Все зависит все-таки от большой картины. Вот в сегодняшних реалиях? В сегодняшних реалиях президент должен набрать себе силу, репутацию, да, авторитет, и тогда он может уже поступить смело. Не надо спрашивать президента, что он поступил смело в первый же день после клятвы. Это было бы глупо. Да? Факт то, что, ну, что ищется в данный момент? Ищется, как выйти из этой ситуации. И Россия ищет, как выйти из ситуации. Хоть она публично это не говорит, да? Потому что, ну, как решить эту украинскую проблему? Но, в принципе, нам все ясно, что это украинская проблема. Да? На какие уступки, ну, Россия должна идти? Ну, она должна на какие, но не на все уступки. Это тоже понятно с европейской стороны. То есть, ну, кто будет те, которые будут говорить? Те, которые будут приняты? Это вопрос открытый. И здесь я могу говорить, что, ну, конечно, мы будем поступать как Европа. Мы часть Европы. Мы будем поступать как Европа. Мы 15 лет это решили. И очень было бы глупо опять, да, как сказать, поступать иначе. Потому что мы видим положительный результат, который мы имеем за эти 15 лет. Но какую роль мы будем играть в общей политике Европы с Россией, это вопрос открытый. Вы сказали о том, что кто-то должен пойти на уступки, в том числе Россия понимает, что она должна пойти на уступки в украинском вопросе. Как вы думаете, пока Владимир Путин является президентом России, эти уступки возможны? Я бы сказал, что возможны. Несмотря на то, что все говорят, что невозможно. Но вы с ним лично встречались, возможно, у вас какие-то... Я вам скажу так, три эпизода. Эпизоды, когда в Хельсинки мы с Путиным встречались официально, когда он был премьером.
премьер Эстонии Ансип хотел с ним поговорить. Путин повернулся и ушел из-за Алеши. Потом, когда мы были на 9 мая, был я и президент Эстонии Илвес. Я общался со всеми, да, Илвес сидел одиночку, никто ему не подходил, его игнорировали. Опять Алеша, да, а сегодняшний день, да, Путин встречается с президентом Эстонии. То есть какое-то изменение там, изменение в отношениях, да. И даже есть такие там строчки, там, что самые лучшие отношения Эстонии и России, да, в данный момент. Да, это все относительно. Но факт то, что это какой сигнал? Это сигнал. Или я готов к переговорам, или опять я хочу просто делать, что я хочу. Вот хочу встречаюсь, хочу не встречаюсь. Очень трудно сказать, какой правильная версия. По-моему, это так и так. Если вообще про президентов говорить, сейчас такой бум. Ну, несколько лет назад, наверное, когда Трамп стал президентом США, такой роль президента, наверное, как-то переосмыслялась. Сейчас вот Владимир Зеленский, шоумен, стал президентом Украины. Никто не верил, и вдруг вот так вот, ну, для кого-то ожидаемо, для кого-то неожиданно. И в тот же день в своей вот речи на инаугурации он сказал, что все, я всех распускаю, будет там новая Рада. В полномочия президента вы выступали за расширение полномочий. Что должно входить? Как вы думаете, что президент в парламентской стране должен... На что у него могут быть права и на что нет? Я искал именно полномочий по выбору кандидатов на посты, на государственные посты, которые, ну, более-менее профессиональны. Там, госконтроль, КНАБ, ну, министр, возможно. Омбудсмен, да. Нет, не министр, это... То есть государственная конституция, это право, да, премьер-министра, да. Почему я тогда так хотел делать? Потому что было очень такой базар или бардак, да, никогда не было кандидатов, кандидаты пугались ярлыков партийных, да, в последний момент кого-то выбрали, да, и потом были довольны, не были довольны, это уже другой вопрос. И тогда я думал, что очень важно, чтобы, ну, президент тоже работал, потому что ему нужны голоса для этого кандидата, но чтобы он, президенту было легче договариваться с людьми, да, чтобы они были кандидатами на конкретный пост. Сегодня очень трудно сказать, да, изменилось это или нет, эта ситуация. Да. Но хоть и с председателем выборной комиссии, да, показало, что бардак там еще есть, да, потому что, ну, неумело это все делалось, да, надо было подождать до этих выборов, да, и тогда сказать, вы не выполнили, вот вы и уходите. А сейчас кто виноват? Старый начальник или новый начальник? Никто не будет знать никогда. Будет на друга пальцем показывать. То есть, ну, в этом смысле, да, тоже Конституционный суд. То есть, ну, вот, но не больше. Но не больше. И для распуска, тоже было инициировано, для распуска Сайма, да, без референдума, потому что это у нас 5 месяцев. Есть кризис. Это очень трудно ждать 5 месяцев. Вы должны решать это быстро. Ну, максимум 2 месяца, да? Полтора еще лучше, да? Ну, ладно, но сейчас это все не актуально. Но как, что интересно, что нынешний президент был председателем Конституционной комиссии, которую я создал именно для решения таких вопросов, экспертиз. Левиц. То есть он 4 года работал, будем сказать, в моей администрации, да, и руководил вот эту комиссию по конституционному праву. И, между прочим, они работали бесплатно и создали примерно, по-моему, не знаю, 4 или 5 таких объемных документов, да, которые сейчас в одной книге все можно смотреть, если есть какие-то вопросы юридические, к этому вернуться. То есть я думаю, что вот это он тоже, новый президент, имеет такой опыт, как реально, да, улучшать политическую систему, юридическую систему нашего государства. Надевайте наушники, примем звонок слушателя. Добрый день. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Господин Затерс, скажите, пожалуйста, каких успехов вы достигли за 15 лет?
Назовите цифры промышленности, в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании. Я, например, среди своих знакомых не вижу ни у кого успехов, не считаю. Вы прервались. Алло. Ну, в принципе, я понял вопрос. Да. Вы понимаете, да, это куда вы смотрите? И какое отношение вы имеете, да, к своей жизни, к своей семье, своим друзьям, да, к своему государству, да? Я назову только одну цифру. 5 лет назад, когда я был депутатом Сайма, государственный бюджет был 7 миллиардов. Угу. Сегодня это 9 миллиардов. Вот вам цифры, я больше ничего не буду называть. Как это тратится, как это зарабатывается, это уже пусть остается вам для размышлений с своими друзьями и родственниками, да. Но это факт, даже меня поразило, да, что это много. 7,9 за 5 лет – это много. Вот у нас сегодня с утра была госконтролер Алита Крумини, она рассказала частично о том, как тратится, поэтому если кого-то интересует, на YouTube-канале нашем можете посмотреть запись интервью. Сейчас премьер Кришини Скариндж, бывший евродепутат, и когда вы были президентом и стали депутатом, он тогда вас критиковал и даже назвал вас, сказал, что Затларс – это волк в овечьей шкуре. Тогда вы были депутатом, таким яркой личностью, он был в Европарламенте, оттуда вас критиковал, ну вот на сегодняшний день он на арене, скажем так, действующей политики. Что вы можете сказать о его работе, о направлении, которое взяло его правительство, созданное им? Во-первых, мы должны признать, что Кришини Скариндж был единственный, который сумел в этом очень разделенном парламенте создать правительство. Угу. То есть вот это его успех, это его талант. И смотрим сейчас, его тоже выбрали как ведущего переговоров, да, в Европарламенте. Да. То есть каждый человек имеет свои таланты. И если он использует их, это очень хорошо. Конечно, ждать от этого правительства очень решительных каких-то реформ или перемен очень трудно. Потому что она сформирована, чтобы управлять, но не реформировать. Потому что голосов не будет. Нам надо понять, что надо договориться. А может быть, те идеи, которые вот были актуальны перед выборами, они никуда не будут теряться. То есть они будут периодически актуализироваться? Актуализироваться, но реально я думаю, что большинство из них будет и, как сказать, частью пиар-кампании следующих выборов. Да? Факт то, что он создал это правительство. Факт, что правительство шаг по шагам делает. Потому что ликвидировать ОИК. Ну, это не проголосовать, как они проголосовали до правительства, да? Или, например, вот реформа территориальная, это очень трудно. Но они забрались за эти дела. То есть вот я выжу вот эту территориальную реформу, министр Пуцци работает, да. Я выжу ОИК, тоже есть реальный сценарий, который никто не озвучал, но я думаю, что за 4-5 лет можно с этим справиться. Ну, надеемся, а то нам говорили, что до 31 марта ликвидируют, мы, конечно, мало в это верили. То же самое, что ликвидируют все радиостанции. За один день. Это невозможно. Быстренько примем последний звонок, наверное, на сегодня. Немного времени, поэтому прошу очень-очень коротко задать свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вашему гостю вопрос не как бывшему президенту, а как гражданину Латвии. Коротко, пожалуйста. Господин Затлерс, вам не очень стыдно, что президентом новой Латвии стал человек, который в Латвии-то толком и нет, и не знает жизнь нашу. И за 30 лет в стране не воспитали человека, достойного быть президентом такой страны, как Латвия. Спасибо. Спасибо. Что скажете? Вы знаете, вопрос надо задать очень просто. Есть ли у этого человека в Латвии сердце и душа или нет? Если посмотреть, он ведь родился в советское время. Здесь жил. Потом он жил в Западной Европе. Потом он участвовал с первого дня в восстановлении государства, да? Был даже министром правительства. Нельзя сказать, что его здесь не было. Да? Будем считать даже то, что он судья, он представитель Латвии в Европе. Угу. Мы уже пошли к этой ситуации, да, что нельзя разделить, что я должен именно в своей избушке сидеть все время, и тогда я настоящий патриот. Нет. Тот, который имеет Латвию в душе, который горит
душой, да, чтобы сделать Латвию лучше и дать возможность жителям Латвии лучше жить. Тот и есть патриот, который достоин места президента. Вот про голосование. Сегодня у некоторых журналистов и, возможно, у тех, кто смотрел и следил за видеотрансляциями, за ходом голосования, возник вопрос по поводу голосования. Обычно мы уже привыкли, что своим голосуют, депутаты голосуют кнопками. Все быстро, сразу на экран выводится, сразу понятно, кто за кого и все результаты. Сегодня были бумажки, был вот этот ящик, который при всех закрывали, запечатывали, потом подсчитывали в течение часа голоса. Почему так? Ну, не доверяем электронике, будем так с юмором сказать. Конечно, это очень, очень важное голосование. И здесь не должно быть никаких ошибок. Как вы видели, даже можно испортить бюллетень, да, нарочно, не нарочно, это другой вопрос, да. Но факт то, что это показывает, да, что нет ошибок, все ясно, честно, и результат такой, который мы все принимаем. От руки написано. От руки написано. То есть все участвовали как люди, не просто как кнопочки. Uh-huh. А на кнопочках, посмотрите рекламу насчет умных кнопочек, да, вот, телекома, да. Ну, возможно, тот, кто смотрит телевидение и понимает, о чем вы. Еще один вопрос, нельзя не спросить у вас. Вы принимали учение среди военных медиков по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и в апреле была очередная годовщина, и сейчас вышел сериал «Чернобыль». Возможно, вы о нем что-то слышали или видели? Я там был. Так что у меня есть свои личные воспоминания, да, свои личные мнения, да, и обычно всем очень интересно. Президент там был, да. Ну, я тогда не был президентом, я был простым врачом. Но факт то, что, ну, вопрос всегда задают такие: вы против атомной энергии? Я говорю, нет, наоборот. Я за чистую атомную энергию, да, потому что не технологии там были виноваты, а люди. Люди, которые не умели или никак владеть этими технологиями. Да. Вот вы как человек, который там был, вы посмотрите этот сериал, потому что его хвалят очень? Обязательно. Ну, тогда в следующий раз и обсудим, и спросим ваше мнение. Спасибо большое. В гостях у нас был врач, экс-президент, экс-депутат Валдис Затлис. Программу провела Анастасия Смоловская, помогал звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо, всего хорошего. Спасибо, всего хорошего.